Ну, еще несколько стихотворений Марины Цветаевой из цикла, который называется «Подруга», а потом она его назвала «Ошибка». Но, собственно говоря, мы знаем, что это как раз вот та самая история, которая связывает двух поэтов и которая подарила нам с вами удивительно прекрасные стихи, а может быть, даже и, в общем-то, самих поэтов, потому что такие встречи, они, конечно, как взрывная волна действует, и вдохновляют, и ранят. Но самое главное, что производят на свет вот такие прекрасные произведения, которыми мы дышим до сих пор, восхищаемся, а некоторые их даже поют. Да, давайте сделаем так. Вот вам приятного аппетита. И будем считать, что эти стихи – это тост за любовь. Свободно шея поднята, как молодой побег. Кто скажет имя, кто лета, кто край ее, кто век? Извилина неярких губ капризна, и слова наслепителен уступ бетховенского лба. Светло-коричневым кольцом слегка оттенены, владычествуют над лицом глаза, как две луны. До умилительности чист и стаявшая вот рука, который шел в их лыс и в серебре опал. Рука, ушедшая в шелка, достойная смычка, неповторимая рука, прекрасная рука. Рука, ушедшая в шелка, достойная смычка, неповторимая рука, прекрасная рука. Ушедшая в шелка, достойная смычка, неповторимая рука, прекрасная рука.